поздравляем с победой. Мы уже, на самом деле, не первый раз к тебе подходим после матча. Расскажи, опять-таки происходит та же самая ситуация, уже четвертая победная шайба в овертайме. Может быть, Салават Юлаеву стоит до овертайма все время доводить? Не, лучше не надо в овертайме доходить. Мы старались очень сильно, они все дали выиграть игру. Мы просто ошиблись чуть-чуть, но бывает. Мы нашли, как победу сделать, и да, я просто перед горцем стоял, Наум сделал хорошо, подкидывал, и Саня хороший пас отдал ему. Начали очень хорошо, две шайбы за 4 минуты, казалось, что и дальше так пойдет, но в итоге Кунь-Лунь перехватил инициативу, что произошло? Ну, знаешь, иногда, когда играешь против команды, где в плей-офф не попадает, чуть-чуть иногда менталитет меняется, чуть-чуть, когда два голы забивают. Это просто, как говорится, просто обычный характер у человека. Вот так подумать, что сейчас 2-0, сейчас 3-4-0 сделаем. А на самом деле это КХЛ. Каждый соперник мог обыграть нас. И это хороший урок для нас. Несколько раз ты забивал победные шайбы, но Бурек тебе не доставался. Сегодня я вижу, что он у тебя. Насколько приятно, конечно, что он у тебя. Да, приятно. Я долго не одевал. Мне, конечно, Башка мне дал. Очень приятно. Я думал, сегодня Ёжик тоже очень хорошо играл. И там... Гриша тоже, ударили ему шайбу в челюсть, и он обратно вышел, он даже не пошел в раздевалке, так что там много сегодня зверя, кто мог получить бурек.